Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в GTA San Andreas. Короче говоря, микрофон снова в кадре. И дело в том, что вот когда я прячу микрофон за кадр, звук не очень хороший, и меня иногда бывает плохо слышно. Поэтому я, короче, сделал вот такое вот хитроумное приспособление. Вот, вот видите, резинку натянул, вот эту хрень прицепил сюда, чтобы не было видно эту подсветку, которая может через хромакей пройти. Вот так вот. Звук это никак не портит, потому что звук ловит передняя часть микрофона, а сзади это для красоты чисто. Так, Лёха что-то прислал, я ему скинул скриншот этого микрофона. Лёха оценил, короче, это приспособление. Да, короче, давайте продолжать играть. Сегодня мы будем продолжать подготавливаться к ограблению казино Калигулы. Да когда микрофон стоит передо мной, так намного лучше. Так удобнее. Держится эта штука на резинке. И держится очень надежно. Dumb and Blast. Похоже, здесь невозможно держать все в тайне. Я думал, что от размеров комнаты напрямую количество человек будет зависеть. Ты говори громче, тебя вообще не слышно. Я высоко ценю ваш вклад, но, пожалуйста, убирайтесь отсюда. Что он сказал? Он сказал, валите отсюда. Пойдемте. А почему ты еще здесь? Я живу здесь. А, ладно, ты можешь оставаться. Отлично. А где кофе, пончики и так далее? Так, слушайте, надо отключить городской источник электроэнергии. Вузи, присмотри за этими болванами. Значит, важнее всего при выполнении этого плана помнить то, что все должно соответствовать этому плану. Да, в этой катсцене как-то оно это... Темные слишком персонажи были сейчас. В этом кроется небольшой минус этого ремастера. Что в некоторых местах герои слишком темные. И это неприятно. Так, короче, мы едем на электростанцию. Точнее, сначала мы едем в аэропорт. Потому что на электростанцию мы полетим в самолете. О, да, вот с таким микрофоном самое то будет. Вот минус этого микрофона, то, что реально не выключается эта подсветка, только если вместе с самим микрофоном. А так отдельно она не отключается. Подсветка красивая, но меня она раздражает только из-за одного, что хромакей проходит через эту подсветку, когда зеленый свет загорается. Так. Ну и, наверное... Сегодня мы даже и ограбим казино. Ну, надеюсь, по крайней мере, что у нас хватит на это времени. Давай, полезай. Давай, взлетай. Полетели, шасси убираем. Что-то какой-то тихий звук совсем. У этого самолета. Или у меня, может, громкость тихая в игре. Но у меня, видимо, громкость не очень громкая, чтобы микрофон этот немного тише, чем тот предыдущий, мой старый. Поэтому я сделал звук еще тише. После записи проверим. Давай. Лети, взлетай. Нам надо в ту точку обязательно залететь. После этой точки мы будем прыгать с парашюта. Да, блин, выше давай. Блин, вот как неудобно мышкой летать, а. Во-во-во-во, поднимайся выше. Блин, он опускается. Ну-ка, может вот так? Ну-ка. И наверх сразу. Давай. Да не может он ее, ё-моё. Кстати, электростанция вон внизу уже видна.
Да блин, ну так разворачиваться придется. Надо обязательно в эту точку залететь. Обязательно. Но она слишком высоко, я не могу до нее долететь. Самолет выше подняться нифига не может. Давай, 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 давай. Только не падай, я прошу тебя. Самолет. Давай, 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 близко, близко, близко уже. Так, надо, короче, не опускаясь, держать, держать управление. Чуть-чуть вниз, теперь вверх. О, отлично, высота отлично набрана. Все, вот теперь можно залетать в кольцо. Теперь прыгать с самолета. Прыгай, 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 чего встал-то? Я нажимаю. Так, он не... Может, шасси надо нажать? Он не выпрыгивает. Я нажимаю F, он не прыгает. Давай, давай, ну что ты не прыгаешь-то? Выпрыгивай. Ну выпрыгивай, я F нажимаю. Может, господи, раскладку поменять, я не знаю. А, в следующую кольцо надо. В следующее кольцо надо. Так, второе кольцо. Как много сил мне понадобилось, чтобы долететь до него. Оно так высоко. А теперь надо вниз, да? Блин. Что у него скорость снижалась сейчас опять? Блин, зачем в несколько колец-то залетать? Я что, на тренировку, что ли, прилетел какую-то по летанию или что? Я на электростанцию прилетел вообще, да? Вот. Взрывы идут абсолютно не там, куда самолет упал. Просто взрывы в воздухе тупо, короче, были. Так, давайте раскроем. Нам надо туда в красную метку. Да, долго это все происходит, реально долго. Одна из моих нелюбимых миссий, поэтому. Ненавижу долго взлетать, потом долго падать туда. Да, вот в GTA 5 парашют падает быстрее, чем здесь. Здесь он вообще что-то очень медленно падает. Блин, оно на ходу прямо перед глазами подгружается все. Это тоже неприятно. Так, сейчас пойдем. Террорабада, блин. Отлично, все, приземлился. До конца причала у плотины. Так, ну да, я помню. Взять нож. Не заметил.
И аккуратненько его... Да, аккуратно не получилось опять. Нифига не получается аккуратно. Тут как повезет обычно все время. Так, а вот и вход. Здесь очень важна скрытность. Блин, это плохо. Скрытность тоже работает, то не работает. Да-да-да, я помню. Так, закладываем взрывчатку сюда. За этими штуками прятаться можно. Давай, давай, разворачивайся быстрее. Блин, он же сейчас тело увидит. А, нет, не увидел. Ему вообще пофигу было. Так, вторая взрывчатка. Блин, настолько слепые они, что ли, что издалека меня не видят. Давай, 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 ставь быстрее. Так, разворачиваться сейчас будет. Блин, а чё ты не можешь-то пригнуться? Ну, ладно, копы в любом случае бы тут прибыли бы. Тут при любом раскладе копы бы появились. Даже если бы мы бы тихо бы сейчас действовали, при выходе там бы копы бы нас встречали. Так, все, все генераторы заложили. Черт, я не туда свернул, что ли? Блин, еще и люк закрыли. Он попался! Ему не выбраться оттуда. Кто сказал, что не выбраться? Еще как выбраться, блин? Так, а ты зачем нырнул-то? Так, возьмем давайте катер этот. Потом, да и, потом там будет вертолетик на водный. Водный. Давай, 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 залезай на него. Так, это самолетик. И вертолетик здесь. И давайте на вертолетике на этом в казино и полетим. Нам еще надо будет полицейские мотоциклы раздобыть, вертолет. Да и ладно, на таком вертолете избежать от копов расплюнуть будет. Не будут они на одной звезде на вертолете меня преследовать. Давай, 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 давай. И в казино прям.
Тихо. Так, аэропорт. И казино вон прямо перед нами уже. Отлично. Как хорошо, что там этот вертолет поставили. Только вот копы от нас так и не отстали. Ну и ладно. Начнем миссию. Отстанут. Коп Уиллс. Так, вот план. Нам надо проявить хитрость. Пока я привлекаю к себе внимание, насколько это возможно, вы сматываетесь оттуда с наличкой. А как мафия обычно будет вывозить наличку-то? Это верный вопрос. Дайте ему медаль. Молодец, блин. Короче, мы украдем бронированный фургон, перекрасим его так, чтобы он выглядел, как будто это их фургон. Как насчет полицейского сопровождения? Вывозя наличность из здания, не полицейский мотоцикл использовать? О, правильно. Пойдемте со мной, раздобудем несколько ментовских колес. Садись в автокар и не останавливаясь, двигайся по шоссе. Я угоню мотоциклы и перевезу. 4 полицейских мотоцикла надо. Эта миссия тоже мне не нравится. Ибо беготня с копами, она зашкваристая. А еще и ограничения по времени на все про все есть. Давайте меточку поставим. А что они не показываются? Не знаю, что-то метки не отображаются на карте. Это странно. Может, я, конечно, не увидел, но, по-моему, их там не было. Блин. Из этой зеленой фигни еще и не выйдешь. Так, первый мотоцикл где-то там. Как жаль, что тут после каждого мотоцикла контрольных точек нет. Стой, Нет! Блин. Надо было на полной скорости сразу надавить в него. Блин. Опять встал. Я хотел раздавить его. Проще просто убить его, но это тогда на меня 3 звезды повесит. Да, блин, в жопу. Пакер, кстати, там где-то. Да, беготня с копами, это та заморочка еще. Тот еще мазохизм будет. Так, вот он стоит.
Так, и полицейская машина прямо сзади нас стоит. Let's go! Залезай, чего ты встал-то? Где следующий мотоцикл? Две звезды. И проблема в том, что эти две звезды еще и не сбросить. Больше может запросто стать, а меньше нет. Да блин, что-то как-то странно отображается эта метка. То появляется, то нет. Если не ошибаюсь, они тоже выйдут. А, и поедут. Так, у нас осталось чуть больше 7 минут. И мы должны успеть за это время пригнать этот и еще два мотоцикла. Ой, что-то насморк у меня еще, блин, немного. Да еб... О, блин, но только бы с мотоцикла бы еще не улететь. Так, машина сзади, надо ее быстро занять. Ой, как прикольно залезть сейчас получилось. Он движется, а мы при этом не падаем. Захват машины прям идеальный получился. Блин, так, нет, туда не надо. Там мы не найдем нормальной дороги. Кто-то по батарее ударил нас только что. Давай. Где следующие мотоциклы? Так, блокируют мне дорогу эти... Блин. Что-то Леха мне опять пишет, не могу сейчас прочитать. А чё, он прям там, что ли? На автостраде где-то? Блин, осталось всего 5 минут, и я, походу, не успею.
Так, быстро-быстро едем. Автострада. Как удобно, что автострада вот здесь. Через 4 минуты 20 секунд этот пакер уедет. И миссия будет провалена, если мы все мотоциклы не... Вот чё он замедлился-то? Если все мотоциклы не соберем. У нас осталось 3 с небольшим минуты на то, чтобы достать последний мотоцикл. И надеюсь, что мне этого хватит. Давай, 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 вылезай быстрее. Мотоцикл рядом. Это удобно. О, очень удобно, что этот мотоцикл рядом. Блин, а как я заеду туда? Собака. Придется пешком туда и бежать. Чего? Как? В смысле? Чё? Блин. Я не в мотоцикл сейчас стрелял. Столько времени потратил. Вот столько времени я на это потратил. Наконец-то. Окей, этого достаточно будет. Позаботься о сохранности мотоциклов. О, ребята, вы не поверите. Я с пятой попытки это прошел. С пятой. Во второй раз меня, короче, произошло то же самое. Последний мотоцикл опять взорвался. В третий раз я из-за копов постоянно переворачивался. Несколько раз пришлось менять машину из-за этого, и это все медленно. Короче, я не успел, закончилось время. Потом в четвертый раз меня убили копы. И вот только в пятый раз мне это удалось пройти. Блин, ну это жесть. Это самая моя нелюбимая миссия в этой игре. Самая моя нелюбимая миссия в GTA San Andreas. Больше всего меня бесит. Фух, ладно, я устал, давайте на этом закончим. Это было очень долго, это больше часа запись уже идет. Поэтому, ну, естественно, вы не увидите этот час. Я там обрежу еще 4 попытки прохождения этой миссии. На сегодня все. С вас лайк, подписывайтесь, меняйте эпичные видосы, подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.